До Нового года еще больше 2 недель, а добрый дедушка уже приходит в гости. Сегодня поздравления принимают маленькие пациенты одной из частных больниц города. Для многих из них в эту минуту внимание и забота – лучшее лекарство. Приехал к тебе самого великого Устюга поздравить тебя с наступающим Новым годом, пожелать тебе успешной операции, скорейшего выздоровления и, конечно же, здоровья. Катюше 11 лет. Через несколько часов ее ждут в операционной. У девочки синдром врожденных перетяжек. Пальчики на левой кисти недоразвиты. Тот порог, который немножко стоит отдаленно от всех остальных, то есть ребенок развивается абсолютно нормально, но по каким-то причинам в матке, внутри от амниотического слоя вот эти вот тяжи отходят, ребенок запутывается, и у нее получилось, что у нее действительно несколько пальчиков, они ампутировались. Владимир Заварухин с таким диагнозом сталкивается не впервой. Ежегодно он оперирует не меньше 300 детей с различными пороками конечностей. Помощь оказывает по всей России. В Петербурге он работает сразу в 7 медучреждениях, как в частных, так и государственных, а в регионы выезжает несколько раз в год. Наконец-то добрался и до Владивостока. В основном это дети от года до 2 лет, потому что тот возраст, в котором надо оперировать врожденные пороки развития. Поскольку в год у ребенка начинает сформироваться стереотип пользования кистью, к 2 годам он уже сформирован, и мы стараемся уложить операцию именно в этот период, чтобы потом ребенку не приходилось после операции заново переучиваться, пользоваться своей кистью. Причин у патологии несколько. Первая – это мутации на генном уровне. Но такие пороки встречаются нечасто, их можно предугадать. Другая доминирующая группа – спонтанные пороки развития, которые возникают в период беременности, то есть сбой в организме матери. Несчастный случай, объясняют врачи. Повлиять на это могут различные инфекции или прием лекарственных препаратов. Даже обычный аспирин может стать угрозой для здоровья ребенка. Это для меня стало действительно неожиданностью. Я очень испугалась, когда увидела, что 5 пальчиков хорошо, на другой ручке у нас пальчики сросшиеся. Очень испугалась. И первое состояние – это шок. Второе состояние – искать любых докторов, кто что может помочь в этой ситуации. Найти нужного специалиста из Владивостока у Юли не получилось. Помог хирург из Петербурга. Кстати, у нас он оперирует не только платно, но и участвует в благотворительности. Врач совместно с коллегами из частной больницы решил помочь воспитанникам детских домов. Такой процент детей очень велик, и очень часто они остаются неоперированными. Им оказать помощь можно. Поэтому я думаю, что мы будем дальше продолжать в этом направлении с этим доктором, так как доктор известный в Питере. И данная часть медицинской помощи не очень представлена в нашем крае. Катю привезли в больницу из детского дома села Черниговка. Родители от нее отказались, когда ей было всего несколько месяцев. С деформацией пальцев на левой руке она с самого рождения. Но внешность ее интересует далеко не в первую очередь. Я пожелала себе, чтобы у меня появились новые родители, чтобы я была в хорошей семье, чтобы у меня не было так, чтобы скучно мне не было или меня кто-то обижал, чтобы у меня все было хорошо. И мне этого очень хочется всего. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на 8.